А в Мамадышском районе спасатели шестой день ищут двух 23-летних молодых людей, которые поехали на Вятку опробовать новый лодочный мотор и пропали. Сообщение об исчезновении поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в минувшую субботу. Поиски начали в тот же день. К спасателям присоединились и волонтеры. За это время обследовали больше 300 метров дна и 8 километров береговой линии. Поиски результатов пока не дали. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.